Ладно, немного обо мне. Меня зовут Сафронов Женя. Я работаю в компании Refill Media LLC. Вот тут есть ребята из моей команды. Мы пишем один очень клевый стартап, вот уже который год. Сам я как бэкэнд-разработчик. Я в основном пишу и зарабатываю деньги, пишущие на Groovy и Grails, то есть это такая штука, в общем-то, Java. Вот, но я люблю JavaScript, стараюсь всегда посещать разнообразные мероприятия и пропагандировать JavaScript в массы. А сегодня JavaScript — это очень распространенная технология, то есть JavaScript у нас везде. То есть разве что, наверное, в чайнике сейчас нет JavaScript. На самом деле вот есть какие-то логотипчики, это компании и продукты, которые так или иначе используют JavaScript. То есть браузер Mozilla написан практически, большая часть важных вещей написана на JavaScript. Это Node.js, это серверный JavaScript. А iOS, это WebOS, написанная браузерная ось, которая написана на JavaScript. PostDB — это база данных, которая написана на JavaScript. То есть, как мы видим, JavaScript сегодня является очень важным инструментом не только в вебе, а в принципе в индустрии в целом. Стоит отметить, что на самом деле... Вот это обо мне слайд. Что на самом деле технология довольно-таки старая. Все началось в далеком 95-м году в компании Netscape Navigator, когда чуваки запилили первую версию JavaScript, и как бы сразу через несколько месяцев после этого дядюшка Билли Гейтс со своей компанией Microsoft выпустил аналог JavaScript, который назывался JScript. И потом эти ребята сразу поумнели и стандартизировали JavaScript в компании ECMA. И поэтому сегодня мы имеем как бы JavaScript как open source инструмент, да, а не как инструмент от компании Microsoft. Очень важная дата. В 2009 году был до лета 2015 последний релиз JavaScript. И в этом году, в 2015 году летом, зарелизили шестую версию ECMAScript. Это был очень важный момент для всего JS-сообщества мира, потому что это, скорее всего, последняя большая версия JavaScript. То есть индустрия за 6 лет накопила большое количество потребностей, изменений, которые внесли в стандарт 2015 года. И стоит отметить, что на самом деле вот все браузеры до конца еще не поддерживают стандарт 2015 года, поэтому приходится использовать инструменты, которые так или иначе транспайлятся в стандарт 2009 года. Вот. Но на самом деле все идет к тому, что рано или поздно у нас в браузере будет работать шестой ECMAScript. Это Брэндон Эйк, он создатель JavaScript. Вот, это такой добрый дяденька. Ему, наверное, уже лет 55. Он сооснователь Mozilla, и сейчас он CEO в Brave Software. Вот, эти ребята делают, например, очень клевый браузер, который быстро работает из-за того, что там нет рекламы, инструментов для рекламы. Нормально. Сегодня на JavaScript вы можете написать полностью ваш продукт. Вот, к примеру, для фронтенда есть огромное количество библиотек. Это практически мертвый jQuery, это Angular, это React, Ember и так далее. Для бэкэнда вы можете использовать Node.js, который сейчас является мейнстримом, и технологией, которая получает комьюнити, которая очень быстро растет. Появляется очень много библиотек. Вы можете использовать IDE, которая написана на JavaScript, например, Atom. Какой-то сборщик проектов для вашего приложения, Webpack или Gulp. Вы также можете использовать, к примеру, PostDB, то есть это JavaScript базу данных.
Каковы же основные особенности JavaScript? На самом деле, когда создавали язык, основной идеей было то, что давайте мы сделаем такую штуку, как бы, чтобы люди, которые от программирования далеки, вот, чтобы они что-то делали для браузера. Вот, потому что, представьте себе, 95-й год, очень много каких-то сишных программистов бородатых, людей, хипстеров, которые вот начинают писать на Java. Вот, и JavaScript был вот таким как бы небольшим кривым ребенком, который вот запускался и работал в браузере. У него динамическая типизация. Он стандартизирован под ECMAScript. Автоматическое управление памятью. И он гармонически соединяет элементы как функционального, так и объектно-ориентированного программирования, что является довольно-таки важной особенностью. У JavaScript огромнейшая комьюнити и очень большая экосистема. Для того, чтобы начать чего-то делать и начать программировать на JavaScript, довольно-таки легко. То есть это не Scala, это не Haskell, это не Erlang, которые будут взрывать вам мозг. И как бы, если вы начнете как бы знакомиться с программированием с книжкой Pascal, то, скорее всего, наверное, дальше введение вы, вот, если не пропустите его, дальше не пойдете. А у него очень большая история, то есть 20-летняя история. Огромное количество библиотек, фреймворков, книг и тому подобное. И работая JavaScript-программистом, вы имеете возможность получать хорошую компенсацию за свой труд. А вот эта диаграмма показывает, по-моему, это срез на 2015 год, что 30% open source проектов на GitHub сегодня пишутся на JavaScript. То есть, как бы, я думаю, что, скорее всего, это потому, что свою нишу занимает React Native как инструмент разработки нативных приложений для мобильных устройств и Node.js как серверная платформа. Что же касается популярности конкретно в Украине, то в этом году вот, большой успех JavaScript — это то, что мы обогнали PHP-шников. Наконец-то. И вот, наверное, еще немного, и C-Sharp тоже вот, будет на втором месте. И впереди останется только вот, братья наши, это Java, программисты. Вот. Ну, несомненно, то, что JavaScript сегодня на третьем месте в Украине, это большой успех. А вот эта вот, вот динамика за последние 6 лет. Вот, и вот JavaScript на третьем месте, и вы можете видеть то, что вот за 6 лет практически в 6 раз количество людей, которые занимаются JavaScript, увеличилось. Это следование общемировой тенденции, которая вот в Украину доходит на несколько лет позже, но в целом, то есть как бы тесно связано с теми вещами, которые происходят в мире. А Java стабильно, все остальное стабильно. А вот, слава богу, вот C-Sharp тоже вот теряет своих поклонников. Почему, слава богу? Ну, наверное, как бы там, где open source, там хорошо, там, где нужно платить деньги, да, то есть. Не, ну, штука там TypeScript у них просто замечательно, но C-Sharp нет. А что же касается денег, то есть, как говорил Илья, то сегодня за работу квалифицированного специалиста вы можете получать довольно-таки хорошую компенсацию. И JavaScript не исключение. То есть на сегодняшний день middle senior разработчики — это приблизительно уровень Java специалистов. И как бы об этом, наверное, ребята из веб-разработки лет 5 могли только мечтать, потому что вот в те моменты ребята с Java и с плюсов вот зарабатывали не в 2, то в 1,5 раза больше, как минимум. Сегодня это приблизительно один и тот же уровень. Огромное количество литературы и источников существует на данный момент о JavaScript. Офигенная книжка — это Джона Рейзинга, создателя jQuery, вот, JavaScript Ninja.
То есть как бы всем советую, прочищает мозг и ваши знания по полочкам разлаживает. Также Дуглас Кроуфорд и мэтр индустрии Дэвид Фленнеган имеют как бы за плечами по книжице о JavaScript написанных. А что же касается других ресурсов, документация есть на сайте Mozilla, потому что по факту Mozilla сопровождает JavaScript. А также замечательный ресурс, который очень многим помог, как начинающим JavaScript-разработчикам, так и существующим, это Learn JavaScript, вот российский ресурс, Try JavaScript от Code School, JavaScript Track от Code Academy и JavaScript for Cats, тоже такой инструмент существует, который вот в любой момент может вам помочь быстро начать писать на JavaScript. А что же касается Украины? В Украине, наверное, на сегодняшний день JavaScript комьюнити является самым большим и активным среди всех комьюнити в Украине, в частности. Вот. Очень много ивентов. Это большие конференции в Одессе, Харькове, Кировограде, Львове, то есть, которые собирают несколько сотен человек и проходят в 1-2 дня. Клевый митап в Киеве и в Тернополе. Есть митап по Node.js. Несколько ивентов в год проходит от Framework Days и Geek Labs из Одессы. То есть, как мы видим, на сегодняшний день, как бы, если вы хотите стать JavaScript-разработчиком, путь довольно-таки простой. То есть вы выбираете инструмент, который вам нравится, кем вы хотите быть, осваиваете какие-то курсы, книжки, в любой момент можете поехать на какую-то из конференций, пообщаться с ребятами, пойти на автопати, выпить пиво, задать вопросы, которые вас интересуют, и как бы как ни удивительно, вы получите на них ответы. Классно работает кликер, да? Существуют вот такие вот чатики джиттеровские. Здесь как бы тусуется очень много клевых ребят из, в принципе, девелоперского сообщества в Украине. То есть в каждом чатике, наверное, порядка 2000 людей, и как бы всегда, каждый час есть как минимум 50 человек онлайн. То есть если у вас есть какой-то вопрос, вы всегда сможете задать его, и будьте уверены, вы получите на него ответ. Это, конечно, немножко не так удобно, как вы задаете вопросы на Stack Overflow. То есть, когда вы можете задать вопрос, и через час, там, два в онлайне вы как-то получаете ответ. Но здесь проще, вы задаете вопрос, как в чате можете пообщаться с человеком. Это все. Любите JavaScript. И ваши вопросы. А, да. То есть, каких частей, какие языки? Сейчас, ведь откроешь вкладочку? Да, вот, мы пишем инструмент для творческих людей. Это... Сейчас вот Витя откроет. Вот. Наш проект называется Take It To. Наверное, ссылочку не видно. Takeit.to. Вот наша ссылка. Фронтенд у нас написан на Angular. Бэкенд Grails. База у нас Postgres. И хостимся мы на Амазоне. Вот, 1 февраля мы официально запустились. То есть у нас уже есть клиенты. Take It To — это платформа для творческих и креативных людей. То есть здесь вы можете создавать свои проекты, коллекции, хостить свои фотографии. То есть очень удобно, если вы художник. Здесь у нас есть публичные страницы. Сейчас Витя...
Видео открыть. Есть, у каждого юзера есть публичная страница, которая называется Storefront.com. Да, медленная просто немножко. У каждого юзера есть отдельная страница, которая называется Storefront.com. То есть это публичная страница, куда вы хостите свои работы. Юзеры могут задавать вам по ним вопросы, добавлять их себе в библиотеки, репостить их, чатиться между собой. То есть очень удобный инструмент непосредственно для творческих людей и для продвижения своих продуктов. То есть некоторые компании, к примеру, могут открывать аккаунты, то есть фотографировать свои изделия, описывать их, размещать, и тем самым, то есть, иметь публичную страницу в интернете. Да, то есть, потому что свой сайт иметь не всегда удобно, потому что, то есть, это и дорого, и проблема то, что необходимо продвижение для сайта, вести аналитику и так далее, и так далее. То есть, здесь сразу мы предоставляем, то есть, творческое комьюнити и соответствующие инструменты для аналитики непосредственно вашей страницы. Чем загрязняется Тумблр и, например, Flickr? Flickr — это просто хостинг фотографий на самом деле. Здесь вы можете хостить фотографии, wow, видео. Чем более гибкая система для создания проектов, которые ты можешь... Вы можете, да, размещать просто ссылки, размещать разнообразную информацию, то есть как контент своего проекта. Заходи, зарегистрируйся, у нас есть Tooltips, попробуй, понравится. Ну. У нас есть мобильная версия, и вот Жека делает. Жека, подними руку. А видишь, заговорить не делает, потому что если не будет работать, можно сразу ему задать вопросы. Вопрос. Да. Люди, только фотограф и художник, музыка. Все. Ну, для музыки инструмент у нас, то есть ты можешь эмбеддить, например, вещи с SoundCloud, к примеру, да, то есть непосредственно как бы не платформа у нас для создания музыки, да, ну, то есть если ты музыкант, вот, ты можешь какие-то фоточки со своего концерта, фоточку альбома своего, музыку своего альбома и так далее. А зарегистрироваться может любой первый встречный или для этого что-то надо? Любой, пожалуйста, заходи, регистрируйся. Чем тогда отличаться от Facebook, как все остальное? От чего? От Facebook. От Facebook? Во-первых, просто Facebook немножко... Facebook у тебя позволяет хранить информацию как бы в хронологическом порядке на самом деле. То есть у тебя есть какие-то посты, каждый новый пост уходит вверх, каждый старый вниз. Вот. Здесь мы даем инструмент, то есть на самом деле... Ты можешь сортировать таким образом, то есть показывать свою страницу каким, ну, таким образом, которым ты хочешь, то есть сортировать информацию на странице, что-то скрывать, то есть добавлять себе в лайбрери, то есть... Да. А JavaScript вопрос? Ну, конечно. О, чудесно. Я хотел спросить, вот ты показывал, ну, как ссылки или названия конференции, там, разные города. Да, полистай. Киев, Харьков, там еще. Да. Вот, ну хочется, может быть, да, может быть в этом году удастся провести митап или конференцию однодневную касательно по JavaScript. Вот, может быть на 8-10 докладов удастся договориться с ребятами, и приедут 4-5 хороших спикеров, то это можно сделать. В рамках какого-то проекта из перечисленных
есть CityJS конференции. Вот собрались 10 человек, захотели сделать конференцию и сделали. То есть никакая бюрократия не нужна здесь, на самом деле. Есть сообщество, сообщество требует сделать, делаем. Ну а как сообщество узнаешь, что ты ее создать? Ну, имеется в виду, куда можно посмотреть там, через месяц, допустим, если вы решите ее создать? А, да, есть сайтик, к примеру, Dow.ua, знаешь такой? И вот есть там такая штука, как календарик. И все вот в основном интересные события IT, которые в Украине происходят, ну не только в Украине, да, но в основном в Украине, вот они попадают в ленту. И если это будет, то это будет там в ленте 100%. Просто монитор календарик. Я бы очень хотел услышать ваши рекомендации относительно структурирования клиентского кода. То есть если мы работаем без фреймворков, ну максимум там библиотеки типа jQuery и нативно пишем модули, может какие-то советы дадите, как это структурировать наиболее удобно, чтобы можно было потом использовать код? Да, вопрос хороший. На самом деле, знаешь, даже когда используются фреймворки, этот вопрос все равно возникает. Очень много холиваров, как структурировать код на Angular проекте. И на самом деле, вот Витя смеется, потому что эта проблема действительно существует. Все зависит также от инструмента, который ты используешь. Если ты на клиенте используешь JavaScript и пишешь, например, не на ES6, да, а на ES5, то есть на JavaScript, которым тут 5-6 лет назад писали, продолжают ребята писать, вот, и тянешь с собой все прототипы, у тебя нет модульности, если ты, к примеру, не используешь Required.js, да, либо что-то еще. Вот. На самом деле, как бы, если ты хочешь модульность, да, то используй ES6, либо используй, там, например, Required.js, а у тебя будет модульность. То есть на самом деле, когда ты сталкиваешься с проблемами производительности внутри команды и структурированием кода, вот здесь необходимо уже просто смотреть на какие-то архитектурные моменты. Вот, то есть если у тебя нет модульности, но ты чувствуешь, что нужна модульность, потому что программа начинает разрастаться и как бы масштабирование становится сложным, используй, к примеру, Required.js и делай проект модульным. То есть, как бы здесь нет какого-то четкого рецепта. Но, как бы, если ты сталкиваешься с проблемой, то просто знакомься с инструментами, которые помогут тебе ее решить. Вот, как бы, такой совет. А какие есть средства автоматизации тестирования клиентской Java? JavaScript? Между автоматизированное тестирование, да? Да. Selenium, к примеру. Нет, не обязательно. Ну, протрактор, вот если ты вот Angular используешь, очень удобен. Их очень много на самом деле. Нет, ну Selenium, там, допустим, его-то работа, собственно говоря, насколько мне известно, либо там по идентификаторам, либо по классам вытащить тот или иной элемент. А вот, скажем, там протестировать, можно ли нажать, привязалось ли событие, или если рассматриваем там в рамках jQuery и все тому подобное. Ну, подойдет. Например, мы часто сталкиваемся с таким, что, допустим, там какой-то элемент события то ли отвязалось каким-то образом, то ли его кто-то перекрыл, соответственно, просто. Если ты имеешь в виду автоматическое тестирование, то ты, скорее всего, в каждом инструменте столкнешься с такой вещью. Потому что это не проблема инструмента, это проблема автоматических тестов и процессов в целом. Если у тебя была кнопочка, а ты привязался к классу, а потом вот Рома поменял класс, то тест не будет работать. И это как бы просто криворукость самого процесса и людей, которые это делали. Вот и все. То есть это не вопрос инструмента, это вопрос самого процесса. Вот. А касательно инструментов, их на самом деле много. Вот Selenium очень распространенная штука. JavaScript. Их тоже очень много. К примеру, если ты пишешь на
React, да, то там уже есть свой шаблонизатор, да, встроенный. И он довольно-таки... Мне интересует, какой вы считаете удобным? К примеру, в Backbone там мы, кажется, использовали Underscore. Underscore, да. Но, скажем так, немного ломает его использование. Может быть, есть более лучшие варианты? Ну, на самом деле, как бы, зависит от проекта непосредственно. И, как бы, знаешь, нет вот такой, как бы, серебряной пули, когда вот ты используешь инструмент и знаешь, что все будет с ним хорошо. Мне нравится React. Там есть свой шаблонизатор, не нужно ничего придумывать. Очень большая экосистема у самого фреймворка. Вот, и все с этим хорошо. То есть тебе не нужно там тянуть Underscore и все остальное. Ты используешь как Flux, как какой-то архитектурный паттерн, библиотечки React используешь, и как бы этих проблем не имеешь. Искать эти кнопочки по тексту внутри той кнопочки или по содержимому картинки. Если была там какая-то картинка, мне ее нужно найти, я могу шаблон положить, и он там найдет, нажмет на нее и даже подождет, чтобы отработало событие, нажалось кнопку, и что-то там посчиталось. Ну, если картиночка поменяется, то проблема та же. Да, если картиночка, да, та же. Но если айдишники меняются, то, вот какая SPNet, он там гадит постоянно, айдишники меняет, и там нечем было привязаться, кроме как картинкой. Вот, мы привязывались там. Ну, здесь как бы все зависит от процессов и самого подхода к автоматизированному тестированию. То есть, как правило, в каких-то суровых проектах, в долгосрочных, да, то есть интерфейс проектируют так, чтобы на него потом писали автотесты. На самом деле, могу рассказать маленькую историю. Как-то были библиотеки, был грант, и, кстати, ХДУ делал веб-сайт, на который нужно было занести библиотечные данные. Они использовали ASP.NET, и это было все настолько криво, что операторы просто не могли туда руками вносить данные. И когда осталось, пришел начальник и говорит, на вчера нужно было занести несколько миллионов записей, мы сели, подумали и решили привязаться к картинкам и заносить туда картинки, потому что она не могла заимпортить их самого файла. Вот. Да, страшно. Интернет гадил, всегда айдишники менял. Выход, это когда еще не было веб-драйвера. Так что выход всегда есть. Надо Google пользоваться. Или не Google. О. Да. На вашем стартапе какими фреймворками, какими инструментами вы сейчас пользуетесь? И, допустим, если бы у вас был выбор, на чем писать его завтра? А, ну да, это клевый вопрос, офигенный. Фронтенд у нас Angular первый. Уже есть Angular второй, но они несовместимы, как ты знаешь. Неправда. Ну, это нет, но это как бы... Как совместимы ведро и мяч? Каким образом совместимы? Потому что в ведре можно нести мяч. Да, то есть это в Angular втором можно нести с собой Angular первый. Ну, как бы это, я считаю, это несовместимость на самом деле. Бэкэнд у нас Grails. Вот. Это как бы аналог Rails по Java. Если был бы сейчас, вот передо мной стоял вопрос, на чем писать, то это Ember. Это Ember. Почему? Потому что если ты используешь Ember, у тебя не возникает вопросов, во что будет завтра. То есть релизная политика компании такова, то, что каждые 6 недель у фреймворка выходит следующий релиз. И через 6 недель ты точно узнаешь, какие функции у тебя будут деприкейдить, какие будут новые, понимаешь? То есть как бы жизнь проста в этом случае. И как бы, наверное, бы смотрел в сторону React, если бы интересовало быстродействие. Вот. Но Angular бы не использовал. Что касается бэкэнда, то вот Grails довольно-таки интересный, хороший вариант, потому что быстродействие желает лучшего, на самом деле, потому что есть инструменты, которые работают быстрее. Да, потому что можно бэкэнд вот написать, например, на Scala, использовать там Plain Framework, либо на чистой Java.
Вот. Groovy и Grails работают медленней, но ты быстро можешь писать прототип. И это плюс. То есть добавление какого-то класса либо функционала у тебя занимает x времени, а не 2x, а не 3x времени. Вот в этом плюс. То есть на бэкэнде, скорее всего, бы выбрал бы вот Grails. Node.js? Ну, просто касательно нашей компании, потому что вот у нас есть один суровый тоже вот из Франции Java-разработчик, он бы вряд ли бы писал бы на Node.js. Я против использования Grails, потому что он позволяет очень сильно нагорнокодить, и когда стоит вопрос, а давайте сделаем по-человечески, то трудозатратно то, чтобы переделать это по-человечески, равны, чтобы все выкинуть и переписать. Знаешь, мы не видели код Фейсбука и Гугла. То есть я тебе хочу сказать то, что когда ты продаешь продукт, ты ведь не продаешь код. Вот об этом можно немножечко поспорить во время нашего там кофе-брейка, согласитесь. То есть да, то есть нужно быть готовым, что как бы если у вас какой-то стартап, либо вы пилите свой продукт, то нужно находить баланс между временем разработки и качеством вашего кода. То есть идеальный код вы никогда не сможете написать. Не в плане быстро изучить и забыть, как бы там, ну, просто говнокодить, скажем так. А именно глубоко сесть, хорошо подумать, потратить кучу времени, но зато получить отличный результат. Рельс. Если хочешь деньги зарабатывать, рельс. А если удовольствие получать от этого? Рельс. Рельс. Рельсы. Ну, потому что, ну, Java вынос мозга, много стариков в отрасли, много легаси. А рельсы, как бы, и деньги, и много хороших ребят, и немножко сложно, ну, медленный порог вхождения, но когда ты начинаешь разбираться, все довольно-таки легко. Вот. Node.js может быть, если хочешь писать на JavaScript. Тебя не отпустишь. Нет, да. Ну, давай последний вопрос, есть, чтобы там могли задать. Я читал статью, в которой было сказано, что 2016 год стриминговых данных. То есть это рассвет WebRTC, HTTP 2.0 и остальных вещей. И на чем бы вы писали JS-приложение для веб-чатов? Наверное, для стриминга, если бы я был владельцем компании либо архитектором, который может нанять одну команду, я бы писал бы бэкэнд для стриминга на Scala. Потому что это функциональная штука, она очень быстро работает, и там есть инструменты, которые вот под это заточены. Как бы, может быть, на Node.js, потому что все-таки очень много инструментов тоже существует вот на сегодня. Вот как бы так. Да. Это обсуждение будет неполным, если вы не дополните отрицательные стороны JavaScript. Есть такой сайт whatifuck.js. Как бы он, наверное, отрицательные стороны в себя вбирает. Иногда просто вы сталкиваетесь в работе с тем, что ваш код ведет себя как-то не так, как он должен себя вести. И как бы это, ну, как бы эти проблемы, они сложились исторически. И их просто нужно знать. Ну, к примеру, очень много legacy кода на JavaScript. То есть, если ты работаешь в отрасли, да, все-таки придется сталкиваться с теми инструментами и ресурсами, которые были написаны 5-6 лет назад. Вот, и с ними не очень приятно работать. Это большой минус. Но большой плюс у самого JavaScript, потому что существуют как бы языки, которые в него транспалятся. То есть ты, к примеру, всегда можешь выбрать, например, TypeScript, если ты хочешь строгой типизации. К примеру. А можно четко очертить
Довольно-таки сложно. Вот. Почему? Потому что мобильное устройство, то есть ты можешь писать непосредственно... Понимаешь, в чем суть? JavaScript, по сути, то, как мы его сейчас понимаем, он вбирает в себя три вещи. Первое — это язык, который имплементирует в себя стандарт ECMAScript, при том, что если ты следуешь стандарту, ты можешь написать свой JavaScript, либо свой язык, который имплементирует ECMAScript. Это BOM-модель, это Browser Object Model, и это DOM. То есть это то, как мы понимаем JavaScript, JavaScript сегодня. А область применения — это фронтенд, это бэкенд. Ты можешь писать десктопные приложения, и ты можешь писать приложения для мобильных устройств. Да, приложения для мобильных устройств не всегда соответствуют тому качеству, да, которое мы привыкли видеть там, у каких-то довольно-таки суровых и популярных приложений, написанных непосредственно нативно. У десктопа также. Но ты можешь это делать. Все зависит просто от твоих потребностей. Добавлю, что для робототехники также можно использовать JavaScript. Последний вопрос. Да. Самый. Да. Используете ли вы в работе test-driven development? И вообще на каком уровне у вас тестирование в проекте? Что вы тестируете? Юнит-тесты были. Вот были в прошедшем времени, были, и как бы их нет. И на самом деле это плохо. Это плохо. Ну, ты знаешь, да, есть штука DDD, есть BDD, которые на него похожи, и как бы есть очень много исследований, которые говорят, что ты, если ты используешь DDD, Test-Driven Development у себя в разработке, то это не уменьшает, не увеличивает твое время. Да? То есть если ты писал модуль X за один час, то если ты нормально используешь TDD, ты его также за один час пишешь, но еще имеешь за спиной у себя юнит-тесты. И качественно получается. Да, 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 да. Ну, как бы мы сейчас их не пишем, вот, потому что у нас были архитектурные ошибки непосредственно во фронт-энд части, да. То есть и сейчас как бы мы просто потратим больше времени, если начнем писать юнит-тестирование. Но как бы в дальнейшем, вот, конечно, да. То есть это стоит делать. Это же самое, у стартапа просто нет как такового ТЗ у нашего, и все настолько быстро меняется, что юнит-тесты просто не успевают писаться, когда они уже не становятся неактуальными. Ну что ж, спасибо большое еще раз, Жень, давайте поаплодируем.